Добрый вечер. Хорошо. Коллеги, начинаем пресс-конференцию по итогам матча «Адмирал Спартак». На ваши вопросы ответит главный тренер Алексей Жемнов. Алексей Юрьевич, сразу с вопроса, да? Коллеги, да, давайте к вопросам перейдем. Есть, будут ли вопросы из зала? Рустам, Егор, да, давайте. Здравствуйте, Алексей Юрьевич, Рустам Шайхутдинов, ТАСС. Спартак был сегодня близок к тому, что впервые, по-моему, за долгое время привести максимум, 100% количество очков с выезда, такого непростого, но не удалось. Все-таки, в чем причина, что вот соперник так сумел переломить? В чем? Да, я думаю, больше причина в нашей команде. Да, вот но немножко. При счете 3-0 начали делать то, что не просят у них. То, что мы не просим наших игроков, мы все объясняем, все показываем, но когда уже как бы ведущие игроки делают то, что не нужно делать, о чем мы можем спрашивать молодых ребят. Ну, вот, поэтому я думаю, здесь чисто наша игра, и от этого такой результат. Второй матч в этой серии провел Егор Зайцев. К нему были вообще-то по сегодня претензии? А? Егор Зайцев второй матч проводил вот этой выездной серии. Особо претензии были ли к нему? Да у нас просто ротация, мы играем 6 защитников, поэтому здесь... О претензиях я с игроками буду сам разговаривать. Спасибо. Спасибо, будут еще вопросы. Давайте перейдем к вопросам из Zoom. Максим, если есть, то мы вас готовы услышать. Вопросов из Zoom нет. Алексей Юрьевич, вас благодарим. Спасибо.